Сегодня у нас 25 апреля 2022 год. Это мы находимся на Скворечнике, поселок Потеряевка. Сейчас у нас время без 20... Так, сколько там получается? Без 22, да. Вот мы сели обедать. Надежда Васильевна нам приготовила вот с братом Николаем. Приготовила нам блинчики. Вот они лежат. Блинчики у нас. Вот у нас борщ она приготовила. Вот он лежит. Что у нас еще тут? Масло растопленное. Масло, да, вот сливочное. Сыр. Вот, но это в магазинске у нас покупали. Вот. И еще у нас Алексей Загуляев угостил нас такой вот Пасхой. Христос воскрес. Мандаринчик один есть. Мандаринчик, да, это я уже тоже покупал, их заказывал. Яблочки. И лук почистили. Вот, есть вареные яйца у нас. То есть вот такой вот у нас скромный обед сегодня. И лук почистили. Лук, да, лук еще, да, это обязательно. Репчатый. А блинчики еще с творогом. Тут творог. Но я же все начал говорить, на обед еще сделает. С творогом тоже нам. Ну вот так вот, в принципе. А, еще у нас есть вот это. Это что у нас? Это морс из клюквы. А, морс из клюквы. Тоже Надежда Васильевна сделала, а брат клюкву привез. Вообще напиться не можем. Вот, удовольствие просто одно. Отлично получилось. Ну и плюс у нас еще березовка есть. Мы пока вот этот сок допиваем, а так у нас березовка еще есть. Напиток, вернее. Ну и все вот так вот скромно. Все вот. Хлеб у нас тоже пока покупной. Вот брат привез как раз. Все вот так вот. Ну еще есть. Да, слава Богу за все. С Божьей помощью живем. Не тужим. Сейчас праздничные дни. Господа славим. Христос воскрес поем. Слава Богу за все. Аллилуйя.